До сих пор обнаружены и переданы противоположной стороне останки около 1700 армянских военнослужащих. Мы осуществили это как гуманитарную акцию в рамках норм международного права. Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал во время выступления на конференции на тему «44-дневный путь к победе» в Университете Ада. По словам министра, около 4000 граждан Азербайджана все еще считаются пропавшими без вести в период Первой Карабахской войны. Армения до сих пор не представляет никакой информации об их судьбе. «Мы не стали играть с чувствами людей. Масштаб разрушений на освобожденных территориях и их стремительное восстановление сегодня поражают весь мир». Для Азербайджана это не реконструкция. Это ответ на 30-летнюю любовь к родине и тоску. Глава МИД отметил, что в ответ на это демонстрируется мелочный, бессмысленный, бесчеловечный подход по препятствованию возвращению, сокрытию и непредставлению карт минных полей. Это бессмысленно и не увенчается успехом. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.